В детском саду Эль-Нур аула Иконхалк для детей провели мероприятие, направленное на соблюдение правил дорожного движения. Министерство промышленности, энергетики и транспорта передало в районы мобильные автогородки, благодаря которым детям в игровой форме могут рассказать и показать, как нужно вести себя на дороге. Тему продолжит Аслан Гирюгов. Очень важно с малых лет приучать детей к соблюдению правил дорожного движения. Именно с этой целью было проведено данное мероприятие. Для детей создали целый класс, где они смогут в игровой форме запоминать правила дорожного движения. Как отметили организаторы, первый урок очень понравился детям, и именно в таком формате им легче запоминать все правила. Министерство промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесской Республики в том числе курирует вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения на территории республики. И было принято решение о приобретении вот таких вот учебно-методических комплексов именно для детей, именно для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, для обучения детей именно с детского возраста, чтобы дети обучались и знали основы дорожного движения. Во время мероприятия дети танцевали, а также рассказывали стихи о правилах дорожного движения. Работники детсада также отмечают, что обучению правилам дорожного движения они уделяют большое внимание. Всегда стараются разными способами объяснить детям, как правильно переходить дорогу. Легко объяснить в игровой форме. Играя, мы им даем эти знания. Именно наглядный материал больше помогает детям усваивать программу или какие-то знания. Но больше всех довольными остались дети, для которых был открыт этот класс. Ну, по светофору все запомнил. На дороге с давних пор есть хозяин светофор. Перед вами все цвета. Вам представить их пола. На светофоре классный цвет. Опасен путь, дороги нет. А если золотый цвет горит, он приготовьтесь, говорит. Силен вспыхнул впереди, свободен путь, переходи. Несомненно, данная тема очень актуальна. Организаторы уверены, что подобные мероприятия должны проходить как можно чаще во всех детских садах. Аслан Гирюгов, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия, Иконхалк.